Заурали опять 45, пора погоду менять. С кондиционерами от «Климат 45». Монтаж всего за 5500 рублей. И «Климат» под контролем. «Климат 45», Родионова 62, телефон 606-777. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Марина Личук. В компании «Климат 45» прекрасный выбор кондиционеров на любой вкус и бюджет. Надежные японские, стильные кондиционеры «Картины», эксклюзив из Австралии, а также из плюс-системы эконом-класса. Профессиональный монтаж всего за 5500 рублей. Компания «Климат 45», телефон 606-777 и «Климат» под контролем. А теперь о прогнозе синоптиков. Циклон, сформировавшийся в Казахстане, в среду подбросит на Урал порцию хорошо прогревшегося воздуха. И вместе с этим потоком тепла в регион попадут мощные облака. И вероятность грозовых дождей ожидается повышенной. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске кратковременный дождь, гроза. Температура днем плюс 27-30. В Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха плюс 15-17. Днем в Кургане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха плюс 27-29. Атмосферное давление будет слабо падать. 26 июня солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. В 8 случаях из 10 лесной пожар – дело рук человека. Думаем, что природа все стерпит. Что мы оставим после себя?